Почему я вас должен делать? Потому что вы особа, якая занимается ховой будинка в Конкама. Я вам говорю, что приходят разные руководители предприятий, я все равно у них проверяю их документы. Ну и проверяйте, вы их ведать не можете. Я хожу на каждое поседжение, разумеете? Я вас ведаю, прозвище ваше ведаю, вы ведаете меня. Не Клопицкий. Вы ведаете это, да? Я не обязан вам повинен каждый раз показывать свои речи и оставлять документы. Я не бачу такого догляду для каждого громадянина. Вы меня пропустите? Просто попросил вас ваши документы. Вы чудовно ведаете, кто я, и пропускайте давай. Тикали ласка, я это запишу на видео. Вот человек принципово в порушении моих повномоцтв. Ему тлумачили, что я надзиральник в комиссии, мне треба пропускать. Мне потребует... Кто я вас требую? Мало того, что проглядели мои речи приватные, вы потребуете паспорт. У меня паспорта может не быть. И никакого поседжа не будет. Я сама по удостоверению. Так что мне нельзя зайти на поседжение? Заходи, я тебя пропущу уже лично. Так... Ваша ответственность. Хорошо. Ну, значит, я еще раз говорю, что я не должен вас знать в лицо. И нигде у вас нету никакого. Так, але вы ведаете и не пропускаете надзиральника на комиссию, да? Все равны, и все предоставляют документы. А ты вчера должен паспорта. Я вам напоминаю, что если... У нас сейчас... И он у вас каждый раз берет этот паспорт, что? Нет, я у меня удостоверение. Он снова проглядел все мои речи. Что у вас там за кошельком, разумеете? Вот им дайте мне ваш паспорт, не пропускай. Он и дотягнул. Это уже догляд, видите, с этими пристрастиями.